Об этих машинах сочинские пожарные мечтали давно. Полноприводная автоцистерна на базе КАМАЗ с австрийской установкой пожаротушения, выдвижной лестницей высотой 24 метра и пожарный автонасосный рукавный комплекс, совмещающий в себе сразу три автомобиля. Существенная помощь от МЧС России для курорта. У нас вообще первый раз пришли цистерны с лестницами. Это как бы два в одном. И воду вывозят, и можем людей спасти. Это экономия личного состава, водительского состава. То есть очень удобно. И они будут стоять на Красной Поляне, потому что нам необходима там полноприводная техника, ездить по горам, сами понимаете. Машины, которые полегче, легкого типа, они будут в Олимпийском парке. У меня у нас в Адлерском районе три пожарных части, они будут распределены в Адлерском районе. Личный состав 19-й пожарно-спасательной части уже понемногу осваивает работу с новой техникой, ведь именно им предстоит обеспечивать безопасность во время проведения футбольного турнира на стадионе «Фишт». Боец Георгий Катанджиев несет службу уже 6 лет. Говорит, Олимпиада, несомненно, дала опыт, но еще больше профессиональные навыки усовершенствовала наводнение летом 2015 года. И такая машина, качающая порядка 300 литров воды в секунду, с возможностью погружения насосов на глубину 25 метров, значительно облегчит работу спасателей при возникновении подобных ЧС. Наводнения случаются. При наводнениях эта машина будет откачивать больше воды. Будем ее изучать, совершенствовать навыки. Вся машина в целом нам интересна. Точнее, работа насосов ее. Будем и оперативнее, и она будет откачивать. Больше воды будет выкачивать. Из новинок и машины легкого типа. Автоцистерна Исузу рассчитана на 1,5 куба воды. Она мобильная, и первая будет прибывать на происшествие. Для руководства пожарного гарнизона тоже появилось новенькое авто. В штабной машине есть все необходимое оборудование для работы в любой ситуации. В целом же автопарк сочинского гарнизона пожарной охраны пополнился на 14 единиц техники. Пройдя все необходимые испытания, они будут обеспечивать безопасность во время проведения Кубка конфедераций этим летом. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.